Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я приготовила вот такой чудесный грушевый пирог. Он очень вкусный и легкий, а рецепт предельно прост. Я думаю, каждый сможет приготовить такой пирог. Давайте же посмотрим, как я его готовила. Поехали! У меня в миске есть 3 куриных яйца комнатной температуры. Сейчас к ним отправляю сахар. Яйца и сахар взбиваю миксером примерно 2-3 минуты. Теперь в массу добавляю растопленное сливочное масло. Опять взбиваю. В миску отправляю лимонную цедру, муку и разрыхлитель. И опять все перемешиваю. Тесто готово. Оно должно быть вот такой консистенции. Теперь нарезаем груши. Вот таким образом. Делим их. И убираем сердцевинки. Вот такие пластиночки получились. Убираем их в тарелочку. Моя формочка для выпекания диаметром 26 сантиметров. Сейчас я смажу его сливочным маслом. Теперь формочку посыпаю мукой. И еще чуть-чуть. Вливаю тесто в формочку. Тесто разровняю. Теперь на наш пирог кладу грушу. Вот таким образом. Постараюсь украсить наш пирог красивыми грушами. Пирог оформлен. Отправляю пирог в духовку выпекаться на 40-45 минут при температуре 180 градусов. Сейчас я разрежу пирог. Он очень-очень просто разрезается. Думаю, тесто очень пушистое и приятное на вкус. Тесто нашего пирога получилось очень-очень пушистым. Здесь очень много маленьких пузыречков. Я попробовала мой пирог, он получился очень вкусным. В нем чувствуется мягкость груши и аромат лимонной цедры. Готовьте такой пирог с удовольствием. Я уверена, что он вам понравится. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!